Сегодня это человек пьет, ну, вода человеку нужна. Во-вторых, вода нужна, у нас все в значительной мере хозяйство и продовольствие, получение ее, возделывание, производство на использование орошаемого земледелия. Очень много туда воды уходит. Надо думать и об этом. Я не думаю, что придется нам отказываться, но все-таки другая селекция может быть, другой подход может быть, и подбирать культуры, наверное, которые используют меньше воды, чем без хлеба, говорят, можно дольше, без мяса вообще можно жить, на овощах, на травках, без воды не получается. Она нам нужна со всех точек зрения.